Здравствуйте! Сегодня я приготовлю фасолевый рулет. 300 грамм темной фасоли залила водой и оставила для набухания на 8 часов. Набухшую фасоль отварю до готовности. Сниму с огня и остужу при комнатной температуре в течение 15 минут. При помощи шумовки перекладываю фасоль в миску. Пюрирую при помощи блендера. Также измельчить можно при помощи мясорубки. Добавлю 100 грамм молотых орехов, чайную ложку соли, чайную ложку приправы хмели сунели, четверть чайной ложки молотого жгучего перца, натру 4 зубчика чеснока. Для придания особого вкуса и аромата добавлю 2 столовых ложки оливкового масла экстра виржин. Все тщательно смешаю. Если смесь густая, то к ней можно добавить несколько ложек фасолевого отвара. Массу обязательно попробуйте и, если необходимо, досолите по вкусу. Бумагу для выпечки смажу столовой ложкой оливкового масла. Распределю массу в прямоугольник толщиной 0,5 см. Сверху равномерно распределю 80 грамм мягкого сливочного масла. Сверну рулет, помогая бумагой. Заверну в бумагу для выпечки и поставлю в холодильник для застывания на 2 часа. Этот рецепт подойдет для будней и для праздников. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».